суть соревнований сделать максимальное количество повторений. И жмете эту штангу. Ребята, которые не участвуют, вы поддерживаете. Потому что, когда идет поддержка, штангу жать попроще. Мастер-класс и соревнования по русскому жиму лежа для донецких детей проводит четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу химчанка Марьяна Наумова. Сильная девушка приехала в школу номер 30 города Горловка за 1000 километров от дома, чтобы порадовать местную детвору подарками и спортивным инвентарем. Я написала письмо и в администрацию, и во все партии, и обратилась к своим друзьям-подписчикам, и все мне с радостью помогли. Мы собрали подарки, собрали теннисные столы, гантели, мячики, в общем, все, чтобы ребята могли заниматься спортом и хоть как-то немножко отвлечься от войны. Это уже 11-й визит Марьяны на Донбасс за 6 лет. И каждый раз не с пустыми руками. Вот и теперь тонны полезных и приятных подарков получили около 2000 детей. В январе Марьяна вместе со своим папой объехали почти десяток школ. И все же главное, говорит спортсменка, даже не гуманитарная помощь. Куда важнее моральная поддержка ребят, которые за эти годы неоднократно были свидетелями разрывающихся снарядов вблизи своих домов. И в основном я езжу в прифронтовые районы, где наиболее опасно, потому что я знаю, что официальные делегации ездят в основном в центральные районы Донецка, где сейчас, в принципе, не опасно, но сейчас есть районы, где реально по вечерам прилетает, и ребята все равно, несмотря на это, утром ходят в школу, а вечером сидят дома и надеются, что не прилетит к ним домой снаряд. Вот. И я думаю, таким ребятам наиболее нужна поддержка, поэтому мы ездим именно туда. Марьяне Наумовой всего 20, но она уже опытный спортсмен. Химчанка неоднократно выигрывала российские, европейские и мировые чемпионаты по пауэрлифтингу и жиму штанги. Ставила рекорды, в том числе на соревнованиях, проводимых под патронажем Арнольда Шварценеггера. Но несмотря на постоянные разъезды и тренировки, Марьяна Наумова всегда на связи с ребятами из Донбасса, с которыми за 6 лет установились теплые и дружеские отношения.